минувшее воскресенье Щелковский театральный концертный центр порадовал зрителей концертной программой «Новогодний звездопад». Открыл представление Щелковский эстрадно-духовой оркестр. На сцену выходили известные жителям Щелково артисты с полюбившимися зрителям песнями. Все номера концерта были объединены праздничной новогодней тематикой. Так, например, в песнях были сказочные настроения и звучали неожиданные вопросы, один из которых напомнил загадку. Он звучал так: «Почему не спят белые медведи?» Новогодние концерты в театрально-концертном центре пользуются заслуженной популярностью у щелковцев. Зрители благодарны за возможность окунуться в атмосферу праздника. Обязательным участником таких концертов традиционно выступает ансамбль русской песни «Распевы». Ансамбль «Распевы» любим на Щелковской земле. Он прославил родной край на всю страну. На счету коллектива сотни концертов. Он объездил все Подмосковье, выступал в городах Золотого кольца, участвовал в международных фестивалях, в различных телешоу. «Распевы» по праву считаются визитной карточкой Щелкова. В репертуар ансамбля «Распевы» входят старинные русские народные песни, частушки, кадрили и игры, хороводы и плясовые произведения, а также современные хиты. Концерт «Новогодний звездопад» получился зажигательным и веселым. Щелковский театрально-концертный центр преподнес своим зрителям запоминающийся новогодний подарок. Андрей Цеханович, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.